Во Владивостоке потеплело, а значит, наступили времена активного отдыха и спорта на открытом воздухе. Позвать на улицу самых маленьких жителей решилась радиостанция «Лема». Своим юным слушателям она предложила самый настоящий спортивный праздник под названием «Внимание на старт», в котором дети преодолевали целую череду препятствий, чтобы получить заветные фирменные подарки. Радио «Лема» выступает за здоровый образ жизни, и мы решили устроить спортивный праздник для детей в возрасте от 6 до 17 лет. И по окончанию, когда ребенок проходит все локации, он получает диплом от радио «Лема», значок памятный, который были выпущены специально в ограниченном количестве, и специальные подарки от наших партнеров. Перед локациями всех участников сначала разогрели общей разминкой, которую провели представители спортивной аэробики Владивостока. После этого вся толпа юных спортсменов, в которых оказалось около 70, разбежалась по локациям. Их, кстати, было всего 9. Это и обычные испытания, и особенные участки для мальчиков или девочек. Подтягивания, скакалка, бег гусиным шагом – результаты везде оказались абсолютно разными. Да, подтягиваются, но у нас тут есть рекорд Казаков, как бы сделал. 21 раз сделал. Вообще, ну, в смысле, сколько молодец. Ему 16. Ну, 4 человека попало по одному разу из 3. Тяжело, да? Да. Достаточно. Однако выполнять все задания было не обязательно. Заработав всего 7 жетонов, по одному за каждый участок, можно было смело бежать за своими призами. Очередь за ними, кстати, выстроилась довольно быстро. И ребята, и их родители остались довольны таким спортивным выходным. Ой, здорово, спасибо большое. Весело, очень интересно. Дети прям в азартные такие бегают, отжимаются. Наконец-то оторвались от своих телефонов и планшетов. Те участники, которые показали наилучшие результаты, уже совсем скоро будут приглашены в гости на радио «Лемма», где в прямом эфире получат главные награды и свою минутку славы. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на 8.